Заместитель главы города Ирина Романец называет ситуацию с алкоголизмом в Сочи критической. За последние два месяца 2016 года в больницу с диагнозом «острое отравление алкоголем» попало 173 человека. А в январе больше, чем в два раза, 374 из них, что самое страшное, 13 подростков. До революции на душу населения приходилось 2 литра алкоголя в год. В настоящее время эта цифра зашкаливает до 15-18 литров алкоголя на душу населения россиянина. Есть такая, так сказать, научная гипотеза, тенденция, что после 8 литров на душу нация начинает деградировать и вымирать. Заместитель главы города потребовала усилить работу советов профилактики. Главный акцент сделать на реализацию проекта «Сочи вне зависимости». Сегодня единый информационный день. Во всех районах, кинотеатрах и домах культуры состоялись встречи с горожанами. Кроме лекций, продемонстрировали фильм «История одного обмана». За все годы самых страшных войн, самых жутких техногенных катастроф и самых страшных паразитарных болезней, ни одна из этих ситуаций не выкосила больше людей, чем алкоголизация населения. У нас уже каждый десятый житель нашей страны алкоголик. И каждый третий фактически бытовой пьяница. По-прежнему непростая ситуация с безрецептурным отпуском лекарств. Рейды по выявлению городских аптек, нарушающих федеральный закон, будут продолжаться. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.